позиции. Видите, игрок один почему-то доминирует. По непонятным причинам. Возможно, потому что большинство игроков в практике всегда играют, соответственно, находится слева, то есть как игрок один. И когда на турнире им попадает P2, возможно, это как-то влияет немножко на их игру. А тем временем я пока тут флуидил. Эдж практически, собственно, уже выиграл первый раунд. Запинал Фантазин, тут ничего не угадал. Вернее, пытался, видимо, угадывать какие-то лоу, а Эдж, о, отличная, поймал 3B комба, давит, Эдж перепрыгивает спешл мид. Кипцов хочет покомментировать, но я посылаю его на три буквы. У Инсигниса не срослось, кто интересовался. А тем временем Шиба в лице Эджа забирают еще один раунд. И вот мы видим, что садаптировался Эдж против Сервантеса Кипа начинать с 3Б, а Фантазин-то это не Кип, и он наказал это, да? Но тем временем после этого оказался у стены. Отличный паниш, аккуратничают игроки, 3Б опять проходит, продолжает с броска понизу, так спешл броска от Шибы. И еще раз этот же бросок добивает, Фантазин почему-то не кенселит эти броски. Фантазин, их там кенселить можно. Так. Блок. Угадывает лоу. Эдж наказывает. И переходит в свою стоечку, зная, что сервантесы любят поспамить 2А, потому что этот полк у него, у этого персонажа очень хорош. Вот, поэтому Эдж использует свою стоечку, чтобы это перевести. И опять он ловит этот шит, который непонятно вообще, там можно и присесть, и степнуть, все что угодно. Но он делает комбу, которая с достаточно приличным минусом. Фантазин это знает и наказал, тем самым забрал первый раунд. Фреймтрэп, наконец-таки, не с другого конца экрана. Отличный бэкдэш, но ничего не дает. Зачем-то присел, поймал 3Б. Выход на комбу. Любимый, наверное, ударный вейк у Эджа зашибу, вот этот удар ногами перекатывается. И опять 3Б приносит ему фри дэмэдж и победу. И опять 3Б, почему-то опять ловит. Наконец-таки Фантазин услышал меня, сканцелил бросок понизу. Эдж вейкает понизу. Угадывает бросок понизу, но он не наказывается. Wild Rising P за Сервантеса, слишком долгий этот удар. Фантазин пытается опять зазонить немножко. Ох, хорошо приседает под продолжением 3Б. Разбивает броню Шиба. Посмотрим на его комбу. Да, он делает максимальный дэмэдж. Использование МЦЕ. Я думаю, это не убьет. Но он отличный вейк. И да, угадывает, что Фантазин будет встречать броском. Припрыгивает бросок. Мы уже это видели в исполнении. Эджа забирает второй раунд. И опять 3Б в начале четвертого раунда приносит Эджу, в общем, 30-40% дэмэджа. И опять он угадывает 3Б, мешит, намешал какую-то лажу, но это все равно приносит ему дэмэдж, и тут уже помахивает перфектом. Да, да, это перфект, Эдж идеален. Спрашивает противника, может быть, он хочет поменять арену, может быть, это принесет ему что-то. Фантазин считает, что дело не в арене, и он абсолютно прав. Не надо жрать 3Б и вот последующие комбы, как мы опять это видим. И опять он подбегает и ловит 3Б на бегу. Можно подбежать, поставить блок, или сделать, или отбэкдэшить. Ну, в общем, на самом деле, у Сервантеса очень много опций против этого. Радиус намного больше, но почему-то он... у него, видимо, кровавый туман перед глазами. Он бежит постоянно на противника, ловит этот... В общем, удар. В лоу-бросочек Эдж исполняет, чуть-чуть миксует. Видимо, ждал броска, пересел, соответственно, 6-6Б Сервантеса прошло с вытыканием. Покает, бэкдэшит сразу. Вот надо было это после поки делать, поймал бы бэкдэш, Фантазин. Разменивается сейфовыми ударами, господа. Вот, Фантазин что-то пробил, миксапит, угадывает этот бросок, 3Б. Не присел, почему-то, то есть присел, но почему-то ничего не сделал Фантазин. Видимо, нервы дают свое, он в тяжелом состоянии, но мы уже видели, как Фантазин... Да, это комбаун все-таки наконец-таки поймал. Забирает раунд.
в третьем матче. А Эдж вообще уже ведет 2-0, я вам этого почему-то не показываю. Сейчас, одну секунду. Блочит лоу Фантазин, но не наказывает никак. Угадывает Эдж бросок опять. Видимо, Фантазин спамит все время Б или что-то в этом роде, потому что Эдж очень легко это угадать. Миксапчик со стороны Фантазина, но Эдж, он очень хорошо знает Сервантеса. Знает, где можно спокойно влезть, где можно увернуться. В общем, хорошенько доминирует. В свою очередь, Фантазин, видимо, не очень хорошо знает Сервантес. Вот какой-то интересный у них получился трейд, когда один перепрыгнул лоу другого, и они разошлись. А тем временем, пока я тут говорил буквально 5 слов, Эдж снял больше половины хп с одной комбы. Обмен, глайд, броня у обоих игроков, но это комба, которая завершает...